Hello, друзья, с вами StevPro, и сегодня покажу вам текстуру пак плюс шейдеры для Майнкрафта Pack-Edition. После установки данного графического мода, ваш Майнкрафт просто-напросто берет и изменяется, да, изменяется в лучшую сторону, и в том числе у вас не будет понижаться FPS. Этот графический мод я создал сам, то есть я взял за основу текстуру пак FindWall и соединил туда свои шейдеры, да, и выглядит все просто-напросто круто, и... Причем у вас не будет снижаться просто-напросто FPS. Да, это очень красиво. Как видите, у нас изменилось освещение. Добавились тени. Добавилось просто-напросто много чего. Вот так вот все будут выглядеть блоки. Ну, те, кто видели обзор на текстуру пак FindWall, вы можете просто-напросто понаблюдать за этими шейдерами. Все просто сбалансированно выглядит. То есть, все просто очень классно и сочно выглядит. Я не знаю, что еще можно сказать о этих шейдерах. И... А этом графическом моде также у нас была изменена вода, и теперь измененная вода, она еще шевелится, это просто супер. Вы же не поставите дизлайки, надеюсь. Как видите, здесь даже шевелится трава. Здесь просто-напросто все изменилось. Майнкрафт уже не тот, согласитесь, друзья, да, уже все. Пора Майнкрафту изменяться. И вот такой житель, привет, житель. Мы с тобой уже здоровались вроде. Ну, просто-напросто я рекомендую вам скачать вот этот графический мод, который я создал специально для своего канала. Ну что ж. Так, у меня что-то случилось, но это не беда. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.